два года назад открыла свой маленький детский магазин одежды и столкнулась с большими проблемами, что государство нам не помогает, аренда высокая, окупаемость, все это стоит денег, времени, вот, и нет возможности развиваться, хотя это нужно, да, и нужно развивать, и новые идеи нужно продвигать, поэтому я только за. Как могу помочь? Ну вот как? Только словами, только вперед.